Всем привет! С вами Дэв. Вы присутствуете на канале Веди Мультигеймик. И мы сегодня в очередной раз попытаемся пройти игру FIFA 17. Сегодня наш эпизод будет называться «Аристократы». Поэтому мало того, что мы выберем команду Челси, так еще мы будем вести себя как аристократы. Единственное, что с вашего позволения, очки сменю. Итак, наша задача на сегодня, мало того, что найти онлайн-матч, так еще не бомбить, как будет показано на следующих примерах. Итак, сегодня мы попытаемся найти команду. Начнем. Итак, дорогие друзья, так как у нас никто не играет в FIFA 17 в сезоны, мы решили пойти в Ultimate Team. Что мы, собственно говоря, здесь будем делать? То же самое, что и в сезонах. Пытаясь найти команду. Вот перед вами мой состав. Как вы понимаете, состав не самый лучший. Из нынешних игроков, которые выстрелили в нынешних частях FIFA, это здесь только господин Тамори. В общем, ищем соперника. Так. В общем, ситуация такова. После почти получасовых поисков мы ничего не нашли. Теперь мы будем играть в то, что примерно изначально планировал. Мы будем играть в одиночную игру. Да, она скучная, потому что ты играешь против компьютера, а против реального человека. Это другие эмоции. Но для меня эмоции это особые. Скажу по одной простой причине. Во-первых, это мировой класс. Я с такими ботами всегда играл на равных. В общем, моя команда сейчас на ваших экранах играет против чилийской команды Миллионариус. Так, Данчила Юнайтед против Миллионариус. Начнем. Наша задача не бомбить. Опа! Что за удар? Тяжело, честно скажу. Держать аристократическую форму, не бомбить. Ух ты, ух ты, ух ты, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, вижу. Подключение, так, с подключением юзернейм. Что ты, что вы делаете? Ох, Иисус лучший! Иисус лучший. Как Елагин, говорю, ебаку. Так. Отлично, отлично. Ать! О, как повезло-то нам. Ноли боцы, мы же аристократы. О, тё-тё-тё-тё-тё, спокойней. Спокойней, ох, как нам повезло-то. Блячки. Блячки. Твою налево. Хотя. Тё-тё! Мой браталь, красава, отбил мяч, отбил автогол, попрошу заметить. Вам. Вот, да, хорошо. Редмонд лучший. Опа. А тебя пробей. Ну, почти. Все нормально. Да, хорошо. Куда ж ты пробежал, рудненький? Ты своей возлюбленной так ты первый, вот как мячу ты последний. Вот-то, нельзя такое допустить, алё. Здесь тут лучший. Какой же красивый у меня вратарь. Какие сейвы делает. Счет 0-0. Продолжаем играть аристократически. Вообще нам выигрывать по-хорошему надо. Но мы продолжаем держать нашу марку. Мы не бомбим. Главное, чтобы эта игра не дошла до овертаймов. Хотя, как нам повезло. Я очень сейчас просто сконцентрирован, поэтому аристократический режим очень идеально подходит под эту обстановку. Опа, хорошо. А может кто-нибудь из нападающих моих прибежит? Бежали вроде. Бегеримона!
Душу Редман впендюрил. Но впендюрил некачественно. Да-да, все, успокойтесь. Никого никто никому не подкатывал. А вот уже сейчас подкатит кто-то к моим воротам, вот это мне прям совсем не хочется. Спасибо. Хорошо. И пошел. Пустой пули. Опа. А, так я еще пустой. Ребят, сейчас у нас, кажется, здесь верный шанс забить. По-аристократски на пустые ворота выкатил. 1-0. Я вообще думал свистнут офсайд, но свистнули гол. 1-0 мы выигрываем. Едем дальше. Вот, о, хорошо. Хорошо, обновись. Вот, а, лучше. Почти в аристократическом стиле забили. Но все будет в аристократическом стиле, неважно. Есть оно так по факту или нет. Ну что, дамы и господа, мы выиграли. Со счетом 1-0. Мы забили один из самых, наверное, легчайших голов, которые можно придумать в истории человечества. Мы отстояли аристократические наши чувства. Ну что, дорогие друзья, с вами был Дэн. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки. Не забывайте, что любой комментарий для нас важен. Мы закончим на данный момент первую часть, потому что у меня скоро умрет камера. Вот такие суровые будни геймера. С вами был Дэн. Всем до скорой встречи. И увидимся в следующий вторник.